Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 июля. И я вот сейчас во время дегустации, сразу, пока не убрала вот этот любимый праздник, батяню, хочу ответить на очень один такой специфический вопрос, который мне никто не задавал, но я который сама хочу вам просветить. Вот смотрите, я всегда называю, что любимый праздник может быть там до килограмма, батяня там может вырасти тоже очень крупный. Почему же у меня не крупные томаты? Вот я всегда говорю, что у меня таких крупных нет. Смотрите, для того, чтобы вырастить вот такие крупные томаты, например, килограмм, 800, 900 грамм, люди обычно для этого или прикладывают усилия, то есть нормируют количество завязей в кисти, чтобы томатик был очень-очень крупный. Вот помидор должно быть 2 или 3 в кисти. Тогда может получиться и 800 грамм, и килограмм. Эта информация будет полезна тем, кто действительно захочет вырастить такой томат-гигант. Я никогда этого не делаю. И когда в кисти у меня 3, 4 или даже 5 плодов висит, ясно, что они не будут очень крупными. И вторая очень важная причина, почему не крупнеют томаты, это режим полива. Конечно, на улице сложно регулировать режим полива, поэтому я вам говорю, что у меня на улице любимый праздник всегда получается крупнее, потому что он бесконтрольно пьет воду, и вот когда дождливая погода, он пьет, 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 и томат становится огромных размеров. Но огромный томат – это не всегда хорошо. Обычно, если томат большой, если он большой из-за того, что он перепил воды, он бывает менее сладкий и более водянистый. И может даже присутствовать нотка кислинки. А вот эти в теплице, которые я выращиваю, я могу контролировать. И я уже, вот у меня есть такое выражение «сухая диета» или «безводная диета». Я никогда сильно не заливаю теплицу. Ну, во-первых, я не заливаю очень часто и очень, ну как, чтобы сырости там не было. Конечно, из-за того, что боюсь фитофторы, как профилактика фитофторы, это вот такие умеренные поливы. И вторая причина, что при маленьких поливах томаты получаются, пусть они меньше размеров, но они всегда получаются очень сладкие. Вы же понимаете, что там меньше процент влаги, больше процент сахара. И мне вот такой способ выращивания больше нравится. Пусть я немного получу меньше урожай, ну там, например, вместо 5 килограммов получу 3,5 килограмма. Зато они будут сладкие, такие медовые. Они будут таять во рту, они будут сахаристые, они будут не текучие. Обычно, вот, когда салат режешь, есть некоторые томаты сразу раз и дадут вот эту воду, и салат получается как такой водянистый. А есть томаты, вот, которые мясистые, с большим содержанием сухих веществ, их порежешь, они именно вот такие вот как... Вот это мясо-то, оно не выпускает воду, потому что там нет в нем воды. И поэтому вы каждый должен сами решить, какие вам нужны томаты. Или вам важнее большой вес, большой выход в килограммах. Ну, вы поняли. Или вы будете выращивать томаты, которые у вас будут чуть поменьше размера, но они будут превосходить, будут по вкусу тех вот огромных томатов. Вот у меня никогда сильно таких больших-больших нет, но я и не стремлюсь к этому. Ну, конечно, если вы хотите какой-то побить рекорд и вырастить огромный томат, я знаю случаи, когда для выращивания огромного-огромного томата на всем кусту оставляют всего одну или две помидорки. Ясно, что вся листва, вся корневая система, весь куст работает на налив вот этого одного плода. Если у него в сортовых характеристиках указано, что он может вырасти кило, кило 300, то вперед дерзайте, можно вырастить огромный-огромный томат и отвезти его на какую-нибудь выставку. Ну все, до свидания. Это я вам пояснила, что томаты даже одного сорта с одними характеристиками сортовыми, это все зависит от нас. Мы можем вырастить и огромный плод, а можем вырастить и средний. Вот у меня, как я говорю, у меня они все полкилограммовки. Я больше не стремлюсь и считаю, что вес 400-500 граммов – это идеальный вес вот для таких крупноплодных, для мясистых, сахаристых. Они получаются плотные, тяжеленькие такие, сладкие. А с огромным плодом еще и не знаешь, куда деваться.